Немецкие орлы. Красному углу ринга украинский атаман Александр Русик. Александр Русик! Ну что ж, видимо, сегодня Роман в настоящего атамана. Ну так уж може, я думаю, він рубати суперників. Силатися Олександр. Шашкою, ну і... Таке враження, що не вперше зброя у нього така користуватися. Ну, Олександр Усік буде зараз нам демонструвати свою зброю, але вже у ринзі. Перший раунд. Раунд 1! Його зрозуміти, він потяжелее, звісно, буде своєю масою. Давить. Я думаю, Усика это не смущает, который хорошими, быстрыми передвижениями. И мы будем, думаю, свидетелями, как он, этого Брехлина из любых позиций. Буде працювати джебом, так, до речі, не менш грізного суперника. Да, ну хотелось бы увидеть реванш Усика с Клименто Руссо, да, среди бокс, но, к сожалению, пока что мы этого не видим, что Усик выступает сегодня, завтра поединки как раз против Уэйна Фа. Саша Усик намагается працювати, очікує щось. Приходили удари саме перед джеб суперник, тоді активізувався і Ус. Ось починає працювати правий Олександр Усик і одразу ж давав влучання. Очевидну лишню масу. Боксерские немцы, все-таки серебряный призер. Конечно, ему бы не мешало общаться с диетологом, но часто такое бывает в супер тяжелом весе вот такие ребята с лишним весом. И нам при этом... ще, я думаю, продемонструю сегодня же лише за раунд. Ну и такие спокойные, первый раунд, но самый спокойный від Усика. Ты на ногах. Эрик, но при этом руки достаточно быстрые. Джебы его иногда проходят. Давайте еще раз подивимося. Новость права визитив Александра Усика. Как увидел, и перчатки пробивает этот длинный такой удар снизу. А вот левый через... Ну это Тайвань. Александра Усика, мабуть, вже від... Второй раунд. Раунд 2! Анатолий Ломаченко ввел в этот бой. Внимательно слушал его Александр Усик. Зараз Анатолий Ломаченко підказує, що треба вмикати швидкість. Тільки ввімкне швидкість, що... Залишиться суперник вже на два кроки позаду від того, як буде працювати Олександр Усик. Це вже активно. Чувствует дистанцию. Пробивать и... Усик. А суперник же за цим... за цією секундою, на яку ви... Хороший правый. Ни в чем не бывало. Шкий удар себе продемонстрировать и брек. Да, но для этого ему нужно дистанцию. Очень сложно это сделать против Александра, который, как мы слышали, родился в один день с Али и во многом, в общем-то, действует как Али.
Да, то есть порхает как бабочка и жарит как оса. Ну і брехне, ти знаєш, щоб вийти із захисту, але поки що це все у повітря. Переходно зараз уходить від атаки суперник Усик. Боксер в будь-якому випадку кваліфіцірований. Но все-таки ему противостоит лучший боксер 2012 года по АИБа. И подтверждение этого всего... Может, это лево через руку. Через руку. Цей стримный удар. Але пришла. Но тут же правый боковый походы. Мы удары. Еще раз напоминаю, что уже через неделю мы встречаем здесь итальянскую команду. Пройдет в Броварах. А в терминале приглашаем всех шахтеринских атамана. Ну и знаешь, там триочка такая смачна прошла и у корпуса и двичи у подборидзе. Ломаченко, кто знает, третий возможно, уже раунд. 8-го мы увидим снова в ринге раунд Василия Ломаченко. Знову ж таки, Анатолий Миколаевич наголошує, що треба бити Бреклін. Нашвидки, ось... Щойно зробив, розвернувся, пробив Усик. Ось і ліва, ось і права буде. Да, мощний удар зараз проходить від Усика. Ну і влучає, влучає. Стоячий нокдаун. В професіональному боксі нокдаун би не відчитували. Ось тут він вміє. Восьмий, третій раунд. І одразу ж знову зліва вмикається Олександр Усик. И пробывает. Удар за удар. Сейчас Александр Усик закончит этот бой. Да, сколько ударов от него проходит. Стоп! Эрик. Я думаю, если так продолжит в таком же духе. Украинец. Рефери может и вообще бой остановить. Что произошло? Да, у нас Валентин Силаги. Он решил остановить этот бой. Но не было шанса. Согласитесь, ни единого шанса не дал сопернику Александр Усик. Просто... Немцев. Дійсно, просто, правильно ти сказав, забив суперника, просто розбив його. Ігровиком була більша ігрова манера ведення бою. Не завжди він зробив ставку на кучні атаки. То зараз він це робить, ми бачимо. Тут, ти знаєш, рахувати. Нагадуємо, що це повтори. Дами і господа, розумієте, яка там була швидкість? Олександр Усик! Український атаман! Український атаман! Поздравляємо Олександра!